В Московской области с 15 июня можно будет сделать тест на антитела к новому виду коронавируса. Планируется проводить до 20 тысяч тестов в сутки. Для этого необходимо сдать на анализ кровь из вены. Власти Подмосковья закупили около 500 000 экспресс-тестов на наличие коронавируса, и их уже распределяют по поликлиникам, больницам и станциям скорой помощи.